Доброе утро, дорогие телезрители. В эфире передача «Мир Дэнди». Чего у нас только сегодня не будет? Да, информации там много, но времени мало. То, что не будем тратить драгоценные секунды и поскорее начнем. И начнем мы нашу передачу, как всегда, с Дэнди. О, у нас появилась новая игра, которая называется Sonic 5. Наверняка все владельцы Sega Mega Drive играли в игру Sonic на своих приставках. Ну конечно, это одна из самых первых игр на Sega. Долгое время приставка Dendy не могла позволить себе выпустить эту игру в 8-битном формате. Но вот свершилось, эта игра теперь есть и на Dendy. И в переносе с более высокобитной приставки в игре изменилась только графика, но игра осталась столь же интересная. Но в отличие от сеговской версии этой игры, дендиевская значительно сложнее, что может вызвать великий интерес фанатов прохождения сложных бродилок. В игре собраны по несколько уровней из каждой части 16-битного формата. Также остались бонусы, и то, что, на мой взгляд, самое неприятное в игре, это враги, которых хоть и много, но при хорошем умении использования суперприемов Соника их без труда можно уничтожить. По пути следует собирать как можно больше колец. Чем больше вы соберете, тем больше у вас шансов пройти данный уровень. Наконец хочу сказать, что если вы фанат сложных бродилок такого типа, то эта игра только для вас. И может быть, если вы будете беречь жизни, пройдете ее. Следов, как и намечалось, прошел долгожданный финал школьного чемпионата Дэнди. И как было обещано, все финалисты мерили силами в игру и даже спинбол на Nintendo 64. Скажу вам по-честному, что играть в эту игру не так-то и просто. В этом убедились сами участники. Также в финале принимал участие и ведущий нашей программы Салтыков Павел, который, на радость победителям, был вне конкурса, но все-таки играл со всеми, и бедные те люди, которые садились с ним. Чемпион прошел в отличной обстановке, хотя и здесь нашлись несколько нарушителей. Но мы их быстро засекли, и все стало в свои русла, ведь от объектива камеры скрыться невозможно. Чемпионат подошел к концу, и выявились победители. Первое место занял Прыж Артур, второе – Снисон Виктор, и третье – Андрей Бэмон. Ну вот, чемпионат закончился, и мы, пританцовывая под знакомую мелодию, расходимся по домам, готовясь к следующим соревнованиям. Приставки Sega Mega Drive 2. И вот на днях я зашел в дом Дэнди, увидел игру Lotus 2, и она мне так понравилась, что захотел рассказать мне в нашей сегодняшней программе. Итак, смотрите, Lotus 2. Lotus 2 – очередная гонка на Mega Drive, подаренная нам компанией Electronic Arts. На мой взгляд, наилучшая в этом жанре. Да-да, гонка, но гонка не на спортивных машинах типа Формулы-1, а на обычных автомобилях. В игре множество трасс, но ни одна из них не похожа на другую. С каждой трассой становится играть все сложнее и сложнее. И если в первой трассе попадаются лишь незначительные лужи, то в третьей-четвертой ваш путь проходит через область тумана или снеговой бури. В этой игре ваша задача не прибыть на финиш первым, а проехать всю трассу за определенное время. Но не думайте, что все так просто. Помимо неудачных погодных условий, ваш путь преграждает колонны автомобилистов, которые толком ездить-то и не умеют, и все время стараются столкнуть вас с обочиной. Особенно будьте осторожны на поворотах. Неудачно повернув, вашу машину может занести, и вы снова потеряете заветные секунды. Не говоря уже о заснеженных трассах, где внимательность превыше всего. После каждой трассы вам дают пароль, без которых в игру играть вообще бессмысленно. Ну и, конечно же, в эту игру можно играть не обыкновенным сеговским джойстиком, а дополнительным джойстиком, напоминающим руль. И самая интересная опция, характерная для многих гонок, это игра вдвоем. Если вы хотите выяснить, кто же все-таки лучше гоняет, вы или ваш друг, то вы можете воспользоваться этой опцией. Это своего рода разминка.
Упражнявшись в эту игру месяц-другой, вы без труда сможете обогнать даже самого крутого гонщика. В чем я вам желаю удачи. Я хочу честным образом отвечать от своих собратьев. Элита мира компьютерных игр. Привет, в эфире «Компьютерный мозг». И сегодня у нас в гостях еще один гений нашего родного города, Колесник Василий. Он нам прислал секретные коды для игры «Босс». Зададим ему парочку вопросов. Василий, как у тебя получилось открыть эти секреты? Когда мне надоело играть, я на заставке начал пробовать коды из различных игр. И услышав звуковой сигнал, я нажал старт и увидел, что мой боец зеленый. Я сразу же написал этот секрет вам. Молодец. Посмотрите, пожалуйста, этот секрет. Ой! 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 Большое тебе спасибо за участие в нашей передаче. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Из других сообщаю, мы продолжаем принимать заявки на участие в рубрике «Компьютерный мозг». Поспешите. Давненько нами пережит такие хиты, как «Jungle Strike», «Urban Strike» и «Dizzy Strike». Ну вот, на пороге новая крутая вертолетная леталка для Panasonic 3DO. Называется она «Scramble Cobra». Когда по всему Вьетнаму начали сбивать вертолеты Сью, армия США потребовала впервые в мире боевые вертолеты, такие же сильные, как и Сью, но упрятанные в околоподобное тело с орудийной башней и окрашенные под ракетные шлинии обрезками. Прошедшие 30 лет, и Кобра все еще представляет собой нечто внушающее страх. Экран заставка с динамичным изображением не дает основания ожидать многого, но чем больше вы играете, тем интереснее становится игра. Возвратитесь за заставкой описания сдач и обнаружите, что из динамичной заставки следует краткое тактическое описание. Если в цели шоколадки не уходили за рамки задания подстрелить их, для выполнения которого каждый раз нужно было разрабатывать новую тактику по отношению к каждому новому противнику, то Scramble Cobra больше похожа на обычную имитацию. Задача поиска и подавления противника позволяет вам тщательно планировать маршрут, установку и мест под заправки вдоль преследования, но чаще всего становится оборонительной задачей. Разрешение графики растет, и вы начинаете отмечать точность деталей. Небо красиво вырисовано, а структура поверхности земли и транспорта отлично. Когда однажды вы войдете в боевой вираж, у вас появится время подумать, насколько игра похожа на нанесенную пульверизатором картину. Белые, какой-либо на сами истребители и прочие, серые, направленные на цель ракеты, проносящиеся мимо великолепно, похожие на настоящий камуфляж, еще больше способствует возникновению чувства реальности, а отличный HUD-индикатор системы проектирования информации на фонарь кабины, используя и захватывающего, воспроизводит каждую цель в виде сверкающих и увеличивающихся в размерах пиктограмм. Хотя игру вряд ли можно назвать обычной имитацией, различные ее элементы хорошо сочетаются и позволяют воспроизвести похожий на реальный мир. В отличие от самолетных леталов, вы уверенно можете маневрировать и даже давать обратный ход, для того, чтобы избежать удара ракет или даже разрушить их. Оставшись без горючей ракеты, они исчезают и взрываются, а очень похожи, как в реальных условиях, теряют высоту и падают на землю. Планы, выбрасываемые уничтоженными транспортными средствами, как правило, в результате нескольких ракетных ударов, вызывает удовлетворение, а сопровождаемый огонь и дым, растекающийся на тоннеле управления после сканания, выглядит вполне естественным. В целом имеется 12 боевых заданий, а поскольку, по общему мнению, установка игры не вызывает затруднений и требуется много времени для их выполнения, кроме задач, выполняемых ночью в пустыне графическое изображение, не отличается большим разнообразием. Тем не менее, пока вы играете, это интересная и захватывающая игра, заставляющую вашу голову работать так же быстро, как и палец, нажимающий на курок.
Итак, наступило время подвести итоги прошлого интерима. Сегодня у нас один претендент на победу. Это Ильин Сергей. Он единственно ответил правильно на первый вопрос. У какого игрока в игре Mortal Kombat 2 игры меньше всего рук? У всех рук одинаково. Почему-то все писали ужасно. Хотя остальные вопросы не вызвали ни у кого сомнения, я все-таки назову правильный ответ. В игре Bass сделана в жанре нервная стратегия. И в игре Battle Station 8 средств передвижения. Ильин Сергей, я тебе предлагаю прийти в эту среду на чемпионат Дэнди 18:00. Там ты получишь свои гранты победителя викторины. Наконец, мы добрались до приставочки в Sony PlayStation. И сегодня вы узнаете об игре, которая явилась наиболее навороченным имитатором боевого робота на персональном компьютере. Конечно же, это Mech Warrior 2. Теперь и на Sony PlayStation. В 31 веке боевые роботы являются самым совершенным оружием убийства. Ничто не способно остановить лавину 30-метровых гигантов, способных двигаться по любой местности со скоростью спортивного автомобиля, прыгать на несколько сотен метров, летать, плавать и при этом быть оснащенным вооружением почти как авианосец 20 века. Не везет этих демонов уничтожение в состоянии выполнить любую задачу. В 2057 году была создана Звездная Лига, включающая в себя все содружества. Лига просуществовала почти 200 лет и распалась из-за начавшейся гражданской войны. После развала генерал регулярной армии Александр Керенский ввел свою силу за пределы внутренней сферы. Там Александр пытался возродить гибнущую цивилизацию. Империя Керенского очень быстро распалась на один из способных войн. Да, начало кланом. В игре представлены всего два наиболее могущественных клана. Клан Кречета и клан Волка. Выбрав тот, который больше всего вам нравится, вы начинаете восхождение по служебной лестнице. От простого воина-новичка до самого хана. Хотя получить это звание можно только после прохождения всех миссий. А их немало, целых 48. Задания, на которые вас будут отправлять, очень разнообразны. В зависимости от сложности задания, от планетных условий и от многих других факторов, вам предложат определенных боевых роботов. Если миссию надо выполнить очень быстро, то вам дадут только легких и быстрых роботов. А если прикажут защищать что-либо, то соответственно дадут бронированных гигантов. Каждый робот оснащен определенным видом оружия. Это и лазеры различной мощности, ракеты ближнего и дальнего действия, пушки и пулеметы. А также он оснащен прыжковыми двигателями. Да, и не забывайте, что и ваша машина подвержена перегреву. Так что не стреляйте сразу из всего оружия, иначе капут, ведь остывает железо очень долго. Чего только здесь нельзя сделать. Можно на полном ходу поворачивать кабину и поливать огнем все вокруг. Можно подлететь вверх, выпустить все ракеты по кабине противника, а затем опуститься прямо на него, подмяв многотонными ногами. А можно и вовсе не подпускать врагов близко, расстреливая их издалека. А если вы захватили другого робота в прицел, то на вашем экране будет постоянно отслеживаться его состояние. Причем всегда можно поиздеваться. Отбейте у противника ногу и зайдите сбоку. Прямо смех берет, глядя на его безуспешные попытки повернуться. И все это не считая того, что в игре присутствует практика, где можно опробовать любой вид робота, тренировочные бои с многочисленными противниками, запись и система паролей. Также меню можно поставить уровень сложности и выбрать наиболее удобный вид управления и многое другое. Можно смело сказать, что для PlayStation Mech Warrior 2 является лучшей имитацией боевого робота. А теперь традиционная рубрика Help. Сегодня не будет секретов для игры Mortal Kombat 3 Ultimate, но они будут на той же приставочке Sega и на Sony PlayStation. А почему бы и нет? Игра Barclay Shut Up and Jam 2. Зайдите в Exhibition. И когда начнется игра, зажмите старт. Поставьте курсор на выход и три раза нажмите B. Потом вернитесь в игру. И все игроки будут лысыми. Игра Цезарь Пэлас.
Если вы хотите иметь 9 999 990 долларов, то введите код GCS-TSH3R71X55CG. Игра Command and Conquer. Зайдите в опцию паролей и введите код Covert Tops. Откроется секретная опция Covert Operation. Ну вот наша передача и подошла к концу. И как всегда напоследок традиционный тем вопроса. Итак, вопрос первый. Сколько миссий в игре Mech Warrior на приставке Sony PlayStation? Вопрос второй. Перечислите всех игроков в игре Mortal Kombat Ultimate, которые могут притягивать всех противников различными приспособлениями. И вопрос третий. Сколько уровней мы показали в репортаже об игре Sonic 5 на приставке Dendy? Ну вот и все. А может быть не все? Да нет, все. Нет, не все. Все, забыли, не домой, не все.